Спасибо, что пришел так быстро. Всегда пожалуйста. Клайд Пелл, это Дос. Мелори Дос. Вы знакомы друг с другом? Нет. Ее или нет? Не уверен. Может, она меня помнит. Пару лет назад я занимался ее отцом. Его звали Босой Джо. В какой связи? Я работал на Бауэр Льюис по налоговым делам. Какая-то религиозная. Буквально дерьмом исходил. Простите меня. Папа всегда был не как все. Он одевается очень странно, не носит обувь. Но только в последнее время все сумасшедшее. Сегодня я вернулась с работы, а мой кот... Он повесил. Не обижайтесь, мэм, но мне всегда казалось, что у вашего папаши шарик жив. Этого я не знаю. У вашего отца есть адвокат или кто-то добец, когда дело дойдет до суда? Я в нем не уверена, мы с ним не дружим. Во время последней встречи он сказал, что если я буду гореть, он даже не помочится. По-моему, будет лучше, если вы переедете, пока все это не закончится. У меня с собой никаких вещей. Клайд отвезет вас домой.